На пересечении улицы Волочаевской и переулка Трубного пассажирский автобус 29-го маршрута столкнулся с легковым автомобилем. Пострадали два человека. Травмы получила водитель Toyota Corolla. Женщина рассекла бровь. Скорая увезла ее в больницу. Вместе с женщиной в машине ехал маленький ребенок. Мальчик находился в специальном детском кресле, но как минимум ушибся. Его забрали родственники и врача вызывали уже на дом. Инспекторов ДПС на месте аварии встречал экипаж муниципального автобуса. В салоне «Део» ехали 15 пассажиров, и никто из них не пострадал. Водитель 29-го уверял, что двигался на зеленый сигнал светофора. К перекрестку он приближался по Волочаевской со стороны центра. «Тойота Королла» ехала ему навстречу, тоже на зеленый. Хозяйка седана собиралась свернуть налево в переулок Трубный. Маневр она практически завершала, когда в левый борт иномарки врезался автобус. Откуда взялся второй оппонент? Вот он стоял, где вот это вот сейчас стоит, чуть дальше, наверное. Дальше, что он делал? Ну ничего, стоял с включенным поворотом, я вот сюда выехал, она у меня... На зеленый сигнал светофора? Или на красный вы проехали? У меня зеленый. У вас зеленый, то есть и у него зеленый, я правильно понимаю? Да. Авария попала в объектив камеры наружного наблюдения. Видеодоказательство на стороне шофера автобуса. Он действительно въехал на перекресток на зеленый. На желтый сигнал сменился, когда Део был уже на середине пересечения дорог. Расследованием аварии займутся дознаватели. С места происшествия Виталина Кондрахина, Татьяна Шамбурова и Александр Савчук.